Суеверные люди считают, что Високосный год не очень благоприятный, что именно в этот год происходит очень много крушений и аварий, и что в этом году мало кому везет. Мы обратились к жителям города с вопросом, что для них означает Високосный год. Ужасно тяжелый всю жизнь. Почему? Потому что невезучий. Тяжелый. Как правило, народная примета не строится в это время. Стараться сохранить силы на те года, которые другие. Легких ни у кого не бывает, это однозначно. Легкий может быть у того, кто ничего не делает. А человек, который живет активной жизнью, который принимает участие в чем-то, чем-то занимается, ну, сказать, что легко это все дается, независимо от года. Никогда не бывает. Я тяжело. Вычитал, продам разное, как обычный я день. Он для вас более благоприятный? Ну да. А чем? С утра все прет. Нормально, да, обычно. Не замечал дороже. Ну, считается, что нельзя жениться, нельзя строиться в этот год. Как вы считаете, это правильно? Да нет, это все глупость. Я не думаю, что один день в году что-то значит лично для меня, он такой же, как и все. Бывает и невысокосный год, очень тяжелый. То есть, как бы, вот нет такой привязки. Но есть какие-то приметы, наверное, какая-то есть доля истины в народных приметах, но... Я как-то к этому не привязываюсь. В високосном году, вы знаете, всегда решаются большие перемены. Я думаю, что високосный год как раз для парламентских выборов самый, что именно есть, удачный. Ну, в принципе, без проблем. Мне кажется, поменьше об этом нужно думать, что будет там проблемы и тому подобное. Не накручивать себя. Ну, у нас он всегда тяжелый. Наверное, у бюджетной сферы особенно, он непростой, поэтому пока мы особых отличий не увидели. Наверное, просто на один день дольше зима. Вот и все.